Ну что, всем привет. В общем, написал вчера Никите, что хочу снять тест-драйв его машины. Ну, он мне пишет, короче, что-то там у него случилось. В общем, еду сейчас разбираться с его машиной. Что-то она у него там не на ходу. Короче, поехали, разберемся. Интересненькое, что нужно, в общем, посмотреть. Поэтому вот, собственно, подъехал к Никитиному дому. Вот, кстати, вы можете видеть, его пятнашку стоит. Вот, ну и, собственно, сейчас буду, в общем, позванивать его, узнавать, что там случилось. Такие дела. Ну и потом поедем к нему в гараж, надо будет взять инструменты. Я там кое-какие взял, но домкрат нужно будет его взять. Вот, короче, ну, в общем, какой инструмент, уже приедем сюда, посмотрим, что у него там с тачкой. Здорово. Да. Ёпта мать, это что за труба? Печка. Что, заработала печка наконец? Ну, я ее сделал. Нихуя себе. Теперь можешь летом, блядь, когда плюс 20, делать плюс 40. Вчера. А? Да короче, Зеленков же себе тачку взял. У него пятый фокус. Катали, блядь, вчера. Полдня, блядь. Потому что моя сдохла, блядь. Прям в рамбове. Сначала у нее ёбнул этот КВ датчик. Она показывала, что типа ошибка датчика КВ. А значит, она не заводится нихуя, потому что положение коленчатого вала, блядь, датчиком делается, блядь. А датчик не отвечает. Я поехал за датчиком, блядь. Сначала поехал за проводами, потому что, скорее всего, там проводам была пизда. Но нет, оказалось, там датчику пизда. Но она все равно не завелась, потому что, блядь, когда я провода поставил, у меня нахуй начала восьмеркой ходить эта штуковина, блядь. В общем, короче, надо еще заехать, кое-что купить. Сейчас в этот гараж, да? Гараж, а на обратной в тачке по-быстрому заедем, там хуйню мелкую купить надо. Ты отвертки какие-нибудь брал? Ну, я набор взял. Главное, отвертки, чтобы были. Я посмотрел, как эту маленькую шпинделюхину снимать. Ее надо отвертками долбить, и она вылезет. И ничего не надо нигде, типа, этот, палки совать там. Сейчас вот, что там, мне сказали, одну треть зарплаты я получил, 20 тысяч за тот месяц. До конца этой недели оставшиеся должны отдать 2/3. То есть еще 1040. Вот так вот зарабатывают бабки, нахуй. Может быть, такими темпами и к зиме машину куплю. Но это не точно. Я могу как сделать? Могу, короче,
если бы ты кобы. Можно там заехать. Ну, ладно, сейчас. Прямо поехали. У меня дверь расслоилась, сгнила и расслоилась. Задняя, снизу. Которая? Нет, передняя, вот водительская. Она подгнила и все, и расслоилась снизу. Ну, я чувствую, когда, блядь, по ней. Она закрывается, что она стучит друг об друга. Блядь. Нормальная тема. Кузов чисто вот. Она едет, едет. Но я вот единственное, что боюсь, что у меня коленвал пизда наступила. Да, вряд. Ну, вот я тоже думаю, что вряд. Потому что, я бы слышал бы это. Там, я бы... Конечно, там, тем более, максимальный трение, там 400. Если ты видишь, как у тебя этот ходит восьмеркой, то это точно не коленвал. Потому что если коленвал так ходил, у тебя уже поршня бы заклеить. Да, блядь. Но все равно, блядь, там, типа, я просто форумы вчера читал, почему восьмерка ходит. Такой мужик говорит, блядь. Ну вообще, я знаю, значит, там может быть несколько, типа. Начинал от того, что может быть сошки. Вот это маленький шестеренки пизда. Потом там под шестеренкой есть маленький. Как он это назвал? Какая-то маленькая хуйня, вот мне на всякий случай надо купить. Шплин. Шплин, да, какой-то есть. Что-то типа того, ему пизда. Короче, либо неправильно просто держится. Как-то да, установлено. Либо неправильно метки поставлены, либо коленвалу пизда. Вот у него такой груз, такой написал, с грустным смайликом, у меня последнее. Бля, ясен хуй нахуй, грустный смайлик, это ж, блядь, вообще привет, капиталочка, блядь. Ну, по крайней мере, минимум разобрать надо, блядь, машину. Ну, движок. Ну да, это коленвал меняется разбором движка, блядь. Сейчас там уже открыли переезд. Ну, сука, Гольф 5 это вообще охуенная вещь, блядь. Зеленков пидор, нахуй, тварь. За 100 тысяч его купил, потому что, блядь, это через знакомых, он там стоял долго, в него еще надо было вложиться немножечко. Двигатель помыть, потому что весь двигатель черный был, блядь, когда масло не меняли, блядь. Баба ездила. На нем, правда, еще 150 тысяч километров, мне кажется, скоро, блядь. Надо будет что-то уже пиздатое в нем делать, что-то капитальное, блядь, типа подвесочки, нахуй, еще что-нибудь. Мне, блядь, за 5, причем еще нахуй заварили то, что не должны были заварить. Ну это ну, запчасти, да, тоже. Было 5 или только работа? Там какие запчасти, там просто все заварили. Ну запчасти, в смысле, вот ну, это... ты же брал телевизор, нет? Нет, телевизор не брал, нахуй. А, ты нихуя не покупал вообще? Мне заварили мой старый телек. А-а-а. Мне его заварили и сказали, что он еще, блядь, ого-го нахуй у меня. Что он видел, блядь, в 100 раз хуже, блядь, телевизоры. И люди говорили, не, оставляйте нахуй. А он сказал, что я тогда делать не буду. У Витаса сегодня, блядь, его утром он мне звонит, а я уже на работе. Спрашивает, я дома или нет. Я говорю, не, он. Я говорю, а чё? Да, блядь, Гольф у меня нахуй. Педаль втыкаю, этот, передачу втыкаю, блядь, педаль жму, она не едет нихуя. Я такой, все понятно, у тебя сцепление, пизда, братан. Готовь 1010 минимум, блядь. Ну, что, 10, так дорого стоит? Ну, в смысле, 10 с работой, да. Да, с работой. Я ему рассказал, как мы нахуй сцепление на моей меняли. Он такой, бля, я нахуй рукоджоп ничего не могу. Я такой, так, блядь. Вот, блядь. Вот тут нахуй. Кухню надо всю мебель на кухне сделать. На кухне надо электрическую плиту нормальную, блядь, и не эту, которая на меня будет, блядь. Потому что газ в дом не проведут, пидоры. Хуёво. Ну, сервис закрыт. Чё это они сегодня все в 5 часов съебались? В неделю. Странно, блядь. И, ну, стиралку для ванной, все как бы больше ничего. Холодильник, стиралка из-за этого и плита. Все, что мне нужно, блядь, на первое время. А там кровать уже, телевизор, я, блядь, думаю, пока в комнате без телека будет. А потом когда-нибудь куплю, мне он не особо нужен. Только плойку, чтобы подключать, она на кухне пока будет с тем телеком, который мне отдадут. Который у меня в комнате висит, большой телевизор. Время в комнате повесить. Блять, хотел нахуй дверь открыть. Нормально. Сейчас бы нахуй открыл. Я открою. Оп. Ебать, печка, блядь, ты бы ее замаскировал чем-нибудь? Не, ну тут да будет, да. Я просто сейчас что-нибудь... Что, она работает уже? Да. Мы на фестивале ездили, я вчера ехал домой. Он такой, сначала говорит, да я пиво пить буду, возьми с собой права. Я такой, бля, Вань, не надо пить пиво, нахуй. Я на чужих машинах не езжу, нахуй. Ну, не люблю, мне не нравится тема, боюсь, что разъебусь. Он такой, типа, да заебал, я хочу выпить. Я такой, да ты заебал, я не хочу ехать на твоей машине, блядь. Да, не люблю, я хочу свою себе нормально. Я могу
могу вот так, знаешь, там, типа, по местности, по своей, там, или еще где-нибудь немного прокатиться. У него просто страховка, походу, открыта. Ну, короче, в итоге, он потом такой, типа, бля, сидим, ну, тут кто-нибудь пить будет? Я такой, типа, я нет. Они такие, тоже, Кирюха и Лена, тоже такие, нет. Такой, бля, ну ладно, тогда я не буду, я говорю, бля, заебись. Значит, поведешь нас обратно. А то, блядь, мне пришлось от Ломоносова нам пешком идти, блядь, потому что я бы его завез. Кирилл, ну, Кирилл завез с Леной, его и с Леной завез, блядь, и все, и нахуй, я пешком иду, потому что я машину толстую, я в своего дома не оставлю. Я еще об этом подумал, но уже поздно совсем, но как, когда уже, блядь, такой, типа, ладно, хуй с ним, приедет, сказал ему. Потом, блядь, да ну нахуй, это же, блядь, мне потом от его дома в 11 вечера, блядь, когда уже ничего не ходит, блядь, попутку ловить, да? А там внутри, блядь, все нахуй. Кожаный салон, пятизонные, хуйзонные, блядь, всякие эти. Ну, китайцы дешевые. Но, блядь, у соседей Витька просто Хавел стоит, и как бы он ничего такой, заебись. Ну так, знаешь, блядь, чисто семейный автомобиль. Такой Хавел, блядь. Лучше. Вот выбор, нахуй, очевиден. На 100 тысяч больше, чем за X-Ray заплатить, но взять Хавел максимально, блядь, 1.5 с турбо, блядь. Турбодизель вроде, да. Или турбо. Да плохо, 1.5 он не ест нахуя. Зато турбина, блядь, на 150 сил. О, малышка моя, ебаная, бывшая. Thank you.
сейчас крепим тачку и буксируем. Все, ребят, поехали. Надеюсь, Никита меня не впечатает. На заглушенном же двигателе на его поедем. Но мне надо тихонько трогаться. Соответственно. Потому что мы едем на том тросе. Мы едем на том тросе, друзья, на котором... Вы помните лайф-видео вышло с шахой, когда мы буксировали ее? Когда Никита меня тянул, а я был в шестерке. Так вот сейчас мы на этом же тросе тянем. Ну, то бишь, который, помните, порвался от резких дерганий. Вот сейчас моя задача резко не дергать, чтобы трос снова не порвался. Я надеюсь, мои проушины выдержат. Они там все такие ржавенькие. В общем, будем ехать очень-очень медленно, потому что вот уже я чувствую, дергания пошли. Короче, вот сейчас будем буксируем ко мне Никитину пятнаху. Что-то она какая-то совсем прям то одно, то другое. Отбуксируем ко мне к дому, ну и там я уже, в общем-то, ее попробую сделать. У Никиты заглушен движок, так что тормозов у него практически нету. Но я надеюсь, он в курсе. Сейчас не зима, конечно, как тогда с шахой-то было. Но тем не менее. Тем не менее. 50 километров, я думал, мы так и поедем. Потому что... Мне-то понятно, что как бы это медленно. А у Никиты-то там, во-первых, нету тормозов, и при этом интервал 4 всего метра, длина троса. Поэтому я как бы быстро не разгоняюсь. А Никита тогда 50 погнал, еще и зима была. Было, конечно, весело. Поэтому главное, что мы поняли, в чем проблема. Главное эту проблему устранить, то бишь мне снять, приехать домой, и сейчас прибуксирую машину, и мне нужно будет понять, вернее не понять, а снять эту зубчатый шкив. Без проблем, друзья, без проблем. Довезли. Так, ну а тут, наверное, сейчас отцеплять будем. Мы уже как доталкивать, не доталкивать, я не знаю вообще. Наверное, Никитину на мою площадку поставим, а мою к моему дому. Наверное, как-то так. Я пока не знаю. Как-то так. Ну, в общем, что по итогу получаем? Уже как бы следующий день. Вот Никитина машина стоит как бы на моем парковочном месте. Моя семерка там, возле, короче, дома. Ну и, в общем, с какой проблемой мы столкнулись. У Никиты... Сейчас я скажу все. Вот, в общем, когда вот он мне написал, что у него там, в общем... шкив восьмеркой ходит. Я так представил, что вот этот шкив, он вот так восьмеркой не уходит. Ну, как бы на посадочном месте, вот на этом зубчатом шкиве. И я так подумал, думаю, как он может там восьмеркой ходить. Ну, в общем, как бы, и типа тачка не заводится, все дела, думаю, непонятно. Хотя, что тачка не заводится, он мне потом сказал. Вот. В общем, посмотрели, как бы шкив, он все нормально. Оказалось, проблема вот в чем. Видите, вот это отверстие, вот оно слева. Здесь должен быть штифт пружинный. Вот такой. Вот. Пружинный штифт.
зубчатого шкива коленвала. Он у Никиты, видимо, обломался напополам и, соответственно, выпал. Вот, из-за того, что он выпал, естественно, вот он датчик коленчатого вала и вот этот шкив. Да, он вообще-то ставится как бы, ну, в одном положении, то есть вот эти отверстия, они стыкуются и все четко. Но из-за того, что здесь вот этого штифта нету, коленчатый вал начинает крутиться, а вот этот шкив, поскольку на него тоже нагрузка как бы приходится, да, от ремня генератора, он проворачивается вот так вот относительно того шкива, то есть относительно коленвала, и, соответственно, датчик не, ну, сбивается, и машина глохнет, то есть датчик не может ни хрена понять. Соответственно, мы хотели поменять полностью вот этот шкив зубчатый, но его никак не сдернуть. Плюс тут немножко вот у него шпонка, по-моему, отломалась. Ну, не суть. Как бы не в шпонке дело. Суть такая, что нужен вот этот штифт. Штифт я купил, он там 20 рублей всего стоит. Но дело не в этом. Мы хотели поменять полностью вот эту, вот этот зубчатый вот этот шкив снять. Но он никак не снимается. То есть и ломами там подлезали, он я тут уже пообломал. Съемника у меня нету, короче, обратного молотка тоже, поэтому, ну, геморрой, короче, тут высверливать сейчас отверстие, пытаться там, тем более, я говорю, все равно обратки нету у меня, этого молотка обратного, короче, делать, варить не из чего. В общем, я на старую, вот этот, на старый шкив поставлю, значит, вот эту шпонку, попробую завести, если все норм, то сегодня Никита после работы машину заберет. То есть не будем ставить новую, вот этот, новый шкив зубчатый, потому что этот не снимается. То есть, ну, пока поедет так, тем более Никита уже хочет ее продавать буквально через пару месяцев, ну, то есть, как бы, а может, говорит, так сдам. Короче, нам лишь бы, чтобы она чуть-чуть еще поездила, и все, не будем уже это все там мудохаться, потому что может закончиться вообще капиталкой, что придется коленвал менять. В общем, сейчас поставлю вот эту вот этот штифт, и, короче, все, выставлю все по меткам, потому что, соответственно, ремень генератора снят, все снято, в общем, все поставлю, попробую завести. Ну и на этом как бы вот история эта закончится. Надеюсь, что как бы заработает автомобиль, потому что нужно снять тест-драйв. Нужно снять тест-драйв пятнахи, вот, который выйдет, наверное, где-то к Новому году. Если мы сейчас его снимем, то вот у меня на 4 месяца где-то вперед выпуски, поэтому как-то так. Ну что, собственно, все установил. Ремень стоит, все стоит. Вон она. Вот это вот штифт. Ну что, кульминационный момент. Заведется или нет, как говорится. Ну что, друзья, все работает, а значит, я не ошибся. То есть дело было вот в этом вот штифте. Я его поменял, и, собственно, все заработало. В общем, это означает только одно, что значит, возможно, уже даже завтра с утра мне Никита ставит машину, и я уже сниму тест-драйв пятнахи. Вот такие вот дела. В общем, поломка была успешно устранена. На этом все. Всем огромное спасибо за то, что смотрели это видео. И увидимся, как обычно, в следующих роликах. Пока.